Потребность в сохранении и заботе о собственном здоровье была актуальна во все времена. В наши дни рынок частных медицинских услуг более чем широк. Теперь у губкинцев появилась возможность посетить реабилитационный центр и выбрать любую подходящую для себя услугу, будь то грязелечение, лечебный массаж или косметологические услуги. Реабилитационный центр открылся на базе спортивного комплекса «Олимпийский». Он создан на основе уже имеющейся диагностической, лечебной и медицинской базы. Открытие центра стало значимым событием для губкинского, поскольку у горожан появилось новое учреждение для получения медицинских услуг. Вы даете возможность людям выбора обратиться, есть такая возможность обратиться в частный медицинский центр. Очень отрадно то, что открывается вот такой не только лечебный, но и, так понимаю, более профилактической направленности отделения, где можно людям, не дожидаясь на самом деле болезни, а поддержать свое здоровье. Ведущие направления нового центра – лечение заболеваний опорно-двигательной системы, неврология, спортивная медицина, реабилитация травм. Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием. Также пациентам предлагаются услуги для красоты и здоровья. Приглашаем всех жителей, горожан наших, гостей города посетить, получить услугу медицинской реабилитации, ну и оценить уровень работы. Мы только открылись, конечно, будут какие-то, может быть, недочеты. Мы слышим, мы исправляем, и мы работаем только на благо вас, на благо наших пациентов. В реабилитационном центре предусмотрен стационар дневного пребывания. Теперь лечение санаторно-курортного уровня можно получить и в губкинском. Центр сдан в эксплуатацию и готов заработать в полную силу. Валерий Усманов, Денис Гонцов, новости губкинского.